Здесь немцы оказываются словно на узкой улочке. Справа здание казарм, слева инженерного управления, оно не сохранилось, и перед ним забор. И тут происходит неожиданное. Какой-то глухой протяжный шум раздается внутри казарм. Двери рывком распахиваются, и с оглушительным «Ура!» в середину немецкого отряда бросаются красноармейцы, бьющие в штыки. Это бойцы, которых подчинил себе комиссар Фомин. Сам он, правда, в атаку не идет, приказав возглавить ее комсоргу Матевосяну. Я обратился к товарищам. Напомнил им, что настал час выполнить воинский долг. Что именно сейчас Родина ждет от нас верности присяге. И когда раздалась команда, буквально все бросились вперед в атаку. И на рассвете 22 июня я впервые увидел силу русского штыка. Немцы к такому обороту не готовы. Их учили совсем другой, моторизованной технологичной войне. Преследуемые по пятам, они в панике разбегаются. Кто-то вперед к Холмским воротам, кто-то назад к Тереспольским.